Сразу три улицы в Первомайском районе комплексно преображают по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В ходе проверки объектов глава города поручил дополнительно отремонтировать участок сети рядом с детским садом на улице Героев Хасана. В этом году точно есть необходимость перекладывать совместно. То есть вначале заходим сетями, потом заходим уже асфальтированием и формированием самой дороги. Помимо этого на Героев Хасана, Никифорова и Сафонова будут сделаны пешеходные связи, благоустроены остановки общественного транспорта, заасфальтирована дорога и созданы новые зеленые зоны. Также в этом году преобразится большой участок улично-дорожной сети Фрунзенского района, где накануне стартовал ремонт сети ливневой канализации. Автомобилистам прошу быть внимательными на этом участке дороги. Но в конце проведения этих работ мы получим еще одну улицу с полноценной пешеходной связью, ну и, конечно, карманами для парковки. Комплексный ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» также проводят и на перекрестке Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Нейбута. Все работы находятся под пристальным контролем городской администрации и общественных наблюдателей. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.